Всем привет! Вот сегодня из этого гаража Александр Воронцов из 5-го цеха даст нам очень много интересных вещей для нашего похода. Посмотрим. Привет. Привет. Как там говорится? Есть что? Есть что для выхода в море. Есть что для выхода в море. Ага, это для нашего огнетушителя. Это для вашего огнетушителя вот так вот, чтобы он не болтался вам по голове. Ага. И так, чтобы вам было удобно швартоваться. Ну, супер. Можно сделать даже вот более универсальный. Мы сейчас вот эту отцепим от белого канатика. Шишка. Шишку такую, да. И прицепим к рыжему канатику. И будет рыжий с рыжим швартовочным концом. Сплошная рыжета. А можно с другой стороны прицепить. И будет с одной стороны можно подтягивать человека, который выпал за борт, а с другой стороны швартоваться. Вообще тут есть много разных вкусностей и сладостей. Еще вот такой вот отражатель. Вот такой вот. Кого будем отражать? Наверное, сигналы из космоса. А еще от 5-го цеха у нас есть вот такой кренометр. Сегодня у нас в гостях Александр Дыренко, один из организаторов вышиванкового фестиваля. Он нам дарит флаг, и вот Илья и Александр торжественно поднимут флаг на нашем свежботе. Да, впервые. В этот день был поднят не только флаг, но и парус, благодаря помощи и поддержке Максима из проекта «Рогаст». Получился очень длинным, поэтому его нужно укоротить на 50 сантиметров. Так или не так? Место шкотового матроса занял Ларс. Он со вчерашнего вечера не отдает парус.